Всем привет! Вот выпилил я стул такой формы руки. Такое кресло белого господина. Дальше увидите, что и как я делал. Сделано оно из березы. Thank you.
Ну, вот такой пока запил, получился. Сейчас еще посмотрю маленько, где что подправить, и буду обжигать. Видите, обжиг с березой не проходит так же, как с сосной. То есть, если вчера я сосну обжигал, не знаю, понятно там на видео или нет, там структура подчеркнутая. На березе все обжигается равномерно. Вот здесь я не стал дожигать. И вот здесь я тоже не стал обжигать, потому что здесь была кора и древесина влажная. Подсохнет немного и обожгу. В общем, еще поработаю над этим стулом. Ну, все, ставьте пальцы вверх, кому понравилось. И кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. А кто хочет принять участие в сборе средств на видеокамеру, чтобы улучшить качество видео, номера карт в описании к ролику.